Всем привет! Сегодня с вами снова Шопоголик. Извиняюсь, что снимаю без штатива и на улице, так как я переезжаю со своей старой квартиры в новую, и как бы условий пока у меня нет. Вот я только вышел с почты, решил сразу же проверить, что это за огромный такой пакет мне пришел, потому что как бы таких размеров у меня в ближайшее время ничего не должно было подойти. Так, открываем, смотрим. Пакет шел, я не знаю даже сколько, потому что по треку как бы у меня нет такого трек-номера. И из таких габаритов. А вот что у нас в комплекте. Я уже понял, что это. Здесь у меня новый комплект для замены экрана на телефоне iPhone 5. И должен был прийти сам же экран для iPhone. Вот у нас такой доброжелательный продавец, который клеит вот такие вот смайлики интересные. Так, коробка не повреждена, это уже радует. То есть экран как бы я получу, скорее всего, в нормальном состоянии. Вот такая вот пленка у плотинки. Вот так вот все это выглядит. Вот он, экран полностью со стеклышком. Вроде как все замечательно. Никаких внешних повреждений я не вижу. Ну, в следующем видео я, может быть, вам расскажу, как это все происходило, как я поменял или не поменял экран. Всем спасибо за просмотр. Ссылка будет под видео. Ставьте лайк. Всем пока.